Об уровне общественной безопасности ярко говорят стабильно низкие относительные показатели по ЦФО и в целом по стране цифры статистики. Доля тяжких и особо тяжких преступлений сохраняет свой минимальный уровень – 18% при 25% в ЦФО, а раскрываемость таких дел обеспечена на 97%. Значительно снизилась уличная преступность, а раскрытие краж на 20% эффективнее, чем в среднем по стране. Достаточно неплохо сработали, и если говорить о раскрываемости преступлений, она на отметке более 65%. В общем, второй результат в Центральном федеральном округе. За 17 это тоже, вы понимаете, не так уж и плохо. А наоборот, хорошо. Одним из самых высоких в стране стал результат раскрываемости наркопреступлений – 67%. Были приняты особые меры по противодействию коррупции и декриминализации экономики. Почти пятая часть личного состава на протяжении года постоянно участвовала в обеспечении безопасности на таких мероприятиях федерального значения, как президентские выборы и чемпионат мира по футболу.